Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и, ребята, мы сейчас будем, наверное, все-таки выращивать наши априконы, или просто-напросто... Во, действительно, вот что лучше, мы сейчас сделаем ограждение, вот что действительно нам нужно, ребята. Ограждение действительно нам нужно... так, это нет, это с этого не будем делать. Вот с этого. А как оно делается, я уже и забыл, если честно. Не может быть. Я забыл, как делается ограждение. А, нет, все. Вроде вспомнил, вроде. У вас там есть палочки? Есть. Вроде вот так. Охренеть, как можно забыть. Во, отлично, вспомнил. Так. Вот так. Сейчас мы сделаем, ребята. Сколько тут? Ну, в принципе, вот так. 18 штук. Ну, нет, я думаю, все-таки не хватит. Но давайте сейчас посмотрим, насколько хватит. Чтобы... Ух, я тут забыл еще один, по идее. Хотя нет, это тут я неправильно поставил. Ладно, пускай так будет. Сделаем мы себе еще один что, топор сейчас мы сделаем. Так, чтобы было вот так. Отлично. И будет оно... Будет оно... Сейчас, давайте тут тоже выровняем. Так. И будет оно вот сюда идти. Отлично. Да, действительно, не хватило нам вот этого, не хватило нам заборчика. Сейчас мы еще сделаем, сколько нам там нужно приблизительно. Давайте вот столько. Хватит? 14. Нет, не хватит. А что оно, в принципе, фиг его знает, что-то... Не очень так много делается, 18 штук. Ну давайте хотя бы сделаем, как у нас вообще будет вот эта плантация. Докуда она будет идти? Вот. Вот так, ага, понятно. Тут у нас сколько будет? Да сейчас травы тут столько, капут. Так, вот сюда. Сколько у нас тут будет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как раз 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть тут у нас будет 10 и 6. А тут у нас будет 10 и 3. Да, так как желтых у нас, ну как бы, желтых нужно в два раза меньше, поэтому нет смысла делать... Точно так же, как и черных, я так думаю. Так что сделаем мы поменьше желтых. В два раза у нас, в принципе, будет меньше желтых. Но как раз будет получаться, что, в принципе, отлично будет получаться как раз один покебол. Сейчас мы как раз вот это все так сделаем. Давайте мы тут это выровняем, чтобы уже нормально было. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну давай, все, ребят, отлично. Так, сейчас мы можем это поставить, конечно, опять не хватит. 1, 2, 1, 2, 3, вот. Так, сейчас еще себе немного сделаем, чтобы уже хватило наконец-то. Сколько нам еще приблизительно нужно? Давайте сейчас посмотрим. 6 штук, я думаю, не хватит. Давайте еще вот так. Сейчас посмотрим, ребята. Может, хрен его знает, хватит, не хватит. Давайте еще сделаем. Ну, посмотрим сейчас. Хватит там или нет. Так, 1, 2, 3. Ну. Одного не хватит. Хотя, ну, давайте еще сделаем себе. 1, 2, 3, 4 штучки мы себе сейчас еще сделаем. Так. Так. В принципе, сейчас должно хватить.
Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим. 1, 2. И вот тут еще можно тоже вот так. Все, отлично. Вот сейчас, в принципе, ферма у нас, можно сказать, готова. Как бы ее... Как она будет вообще? Все, это уже готово. Отлично. Все, 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 все. Так, сейчас тут еще нужно... Так. И все, ребята, мы можем уже сажать априконы, и они будут у нас тут расти. У нас уже есть черные, вот. И у нас еще вроде один есть в сундуке, если я помню. Сундук, 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 сундук. Где он? Что-то я его не вижу. Нет. Или я его не вижу, или мы его уже забрали, походу. Походу, да. Так, давайте возьмем вот это. Так. Сделаем мы себе немного черных. Нет, нет, не черных, а красных. Черных у нас тут уже есть. 1, 2. Это офигенно, что они сразу падают в инвентарь, когда их собираешь. Это вообще охрененно, ребята, так как раньше их нужно было еще с полу собирать. А вот сейчас они уже... Они уже вот сразу падают на землю. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага. Так. Мы сможем себе уже, ребята, сделать 2 ультрапола. Офигенно. Но вот только давайте сначала идем поспим. Нужно уже себе дом доделать, потому что вот так не пойдет дело. Нужно себе доделать дом, ребята. Так, отлично. Давайте все-таки вот это перенесем сейчас в дом. Я не знаю куда, потому что, если честно, даже еще не представляю, где у нас дом будет. Ну, как бы, где у нас что будет находиться в доме. Еще даже не знаю, если честно. Давайте спальня у нас вот тут будет. Отлично. Тут у нас... Тут... где бы это поставить? Не знаю, давайте вот сюда. Вот так, все. Уже более-менее понятно, что и где будет. Нам еще нужно песок. Песок, песок, песок. Так, сейчас. Нам нужно еще песка немного найти. Ай. И вот это все. Хотя... это... Ладно, сейчас давайте вот так. А, у нас там же есть песок. Офигеть, сколько. 50... убьем? Я думаю, что да. Отлично, 22 уровень, ребята. Так, ух, уже растят там априконы. Сейчас давайте сделаем-ка мы еще один сундучок. Так. Потом мы распределим, что и где будет находиться. Но вот сейчас нам нужно хотя бы... фиг его знает, где бы мы его поставили. Где хотя бы будет какой-то небольшой такой склад. Да, в принципе, вот тут, например. Это все мы сейчас туда поставим, чтобы оно у нас в инвентаре не было. Вот так. Отлично. Там у нас еще что-то есть, да? Ну, в принципе, да, тут еще куча всего есть. Хватит места? Хватит, конечно же. Это тоже мы сейчас заберем. Ух, нужно себе сделать топор, потому что без топора хрен мы что-то... И вот что я еще хочу вас спросить, ребята. А вот этот текстурпак мне действительно очень нравится. Очень нравится. Не знаю почему, но очень нравится. Но вот что я у вас прошу. Ребята, с каким вы хотите, чтобы мы играли текстурпак? С каким текстурпаком вы хотите, чтобы мы играли? Вот с этим? Сейчас, секундочку. Вот с этим текстурпаком, чтобы мы играли? Или вот с этим, который у нас был в предыдущем сезоне? Вот. Сейчас. Вот. Или вот с этим текстурпаком? Ну, это как бы такой стандартненький, да, мы всегда с ним играли. Такой офигенный просто тоже текстурпак.
Ну, в принципе, ребят, это вам решать. Давайте сейчас поиграем с этим текстурпаком. Он просто такой немного проще, чем вот тот текстурпак. Но тоже офигенный. Но, ребята, это, можно сказать, тоже голосование. Ну, не то, что голосование, но как это можно сказать? Ну, просто напишите, что вы думаете, какой текстурпак вы хотите, чтобы мы с ним играли. Вот тот текстурпак. Или чтобы мы играли с этим текстурпаком. Напишите, ребята. Давайте сейчас покушаем. Ну, давайте сейчас с этим поиграем, вот эту. В принципе, тоже. Ну, это уже просто такой, ребята, привычный текстурпак, да, мы всегда с ним играли. Он такой яркий, офигенный. В принципе, действительно, очень такой классный текстурпак. Но, действительно, ребята, пишите, с каким текстурпаком вы хотите, чтобы мы играли. С тем или вот, в принципе, или с этим текстурпаком. Как бы мы всегда играли, и напишите, с каким текстурпаком вы хотите, чтобы мы играли. Так, давайте еще сейчас соберем вот эту всю еду, которая тут есть. И нам нужно сделать еще себе плантации, потому что тут действительно мы уже можем вот это все нам нужно выращивать тоже свою еду, чтобы потом кушать. Так, давайте пойдем-ка мы домой, и давайте поставим на пережарку. Нет, давайте мы сначала, ребята, априконы поставим на пережарку. И давайте еще, может, сделаем одну печку, чтобы было быстрее. Ай, что я поставил? Печка, вот она. Так. Или еще, может, одну даже. А вот сюда мы, так, сейчас, и вот так. Отлично, ребята. Так, сейчас, ну давай этот жарься. Что нам нужно? Ух, у нас только 8. Нет, у нас же там... У нас больше железа есть. Конечно, больше. А если у нас уголь? Если у нас угля нету, это хреново. Да. Нам нужно идти опять в шахты, ребята, за угольком. Я это потом сам, наверное, схожу. Так, ну что ты там жаришься? Ну это, в принципе, хватит. Давайте еще немного этого поставим. И как делается наковальня? Вот так, как раз 8 штук. И ее поставим, да, сюда, например. Сейчас нам уголь нужен. 5. Не уголь, а железо. 5 штук нам нужно. Ух, как это делается? Я уже не помню, ребята. Нет, наоборот. Да, 2 штуки мы себе можем сделать, ребята, уже. Так, ты пока что там жарься, а мы вот это все поставим в компьютер. Какой нафиг компьютер? В сундук. Вот так. Вот это мы все сюда поскладываем, что нам сейчас, в принципе, не так уж и нужно. Так, отлично. Отлично. Фу, сейчас, что я хотел, ребята, вот что нам нужно, стекла нам нужны, и нет, еще нужно, и сделаем-ка мы себе молоточек, отлично, ух, какой звук, раньше вроде не было. И сразу в инвентарь падает. Это вообще офигенно. 3 штуки. Нет, нам же вроде больше нужно. Сейчас. О, точно, нам еще вот это нужно. Ух, ну вот это действительно просто офигенно, что оно сразу в инвентарь падает. Потому что нужно было собирать, а вот так сразу. Так, сколько нам еще там нужно, ребяточки? По идее, нам еще только вот этот один нужен, чтобы себе... Нет, еще один, чтобы сделать еще лопату, потому что это уже почти что поломанное. Сломанное. Так. Ну что ты, давай, делайся. Давай. И уголек кончился. Уголек. Давайте. Так. Вот. И давайте еще одну лопату. Вот так, отлично. Сейчас, давайте.
Уголь, уголь, угля уже нету, ребята, нам нужно за углем бегать, идти, бежать за углем. Так, сейчас, давайте, вот я еще тут хочу. Хотя фиг его знает. Сейчас. Сейчас. Я не знаю просто, как тут ступеньки вот эти сделать. Сейчас, я только посмотрю, ребята. Если они вот так будут, то, в принципе, нормально, только вот это нужно убрать, вот этот столб. Вот так. Отлично. Или вот тут его... Не, хотя нет, 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 нет. Так, уже темнеет, ребята. Уже темнеет. Нам нужно за углем... За углем. А, ну за углем мы, наверное, потом пойдем сейчас. О, три штуки. Точно, мы же садить можем. Хотя, если сейчас, это я, наверное, хреновенько тут сделал. Хотя один. Два. Хреново я это сделал, ребята. Сейчас. Сейчас, сейчас, дайте подумать. Если тут у нас будет, тут у нас будет, и вот тут у нас должно быть. Вот. Чтобы можно было между рядами ходить. Если мы не будем ходить, то нужно будет наверх запрыгивать и это все собирать. А вот так мы будем между рядами ходить, и в принципе будет нормально. Так, это мы сломаем, ребята. Это нужно переместить в другое место, ладно, так уж и быть. Ай. Уже растет. Это нужно поставить. У нас 4 штуки есть, отлично. Тут у нас будет вот это. Вот сюда нам нужно. И вот сюда нам нужно. И у нас тут будет 1, 2, 3, 4 ряда. А тут нам нужно 2 ряда. Отлично, ребята. Вот так нам нужно это было сразу сделать. Я просто не подумал, нам же нужно будет между рядов ходить. Если мы не будем ходить, то в принципе, нужно будет опять наверх запрыгивать и сверху это собирать. Ну, в принципе, они сейчас, конечно же, сразу же падают в инвентарь, но чтобы было проще. И вот. Один, два, так, отлично. Вот так. Опять не хватит нам вот этого. Да, два не хватило. А, да чё ты? Да ты чё, прикалываешься, что ли? Так, сейчас еще давайте вот тут посадим. Отлично, ребята, у нас уже есть куча. Куча просто, ну, куча не то, что просто нереальная куча, но уже так нормально есть, что мы уже себе... Давайте сейчас еще, в принципе, сделаем вот эти два. Да мы тебя убьем уже. Отлично. Мы себе уже можем сделать, ребята, сейчас. Мы уже себе можем сделать... Ночью тут, конечно, с шейдерами нифига не видно. Ну, так, нормально. А, мы себе уже можем сделать вот это. Два покебола, ребятки. Два покебола. Вот так. Ну что, делаем. Первые покеболы, ребята. Первые два ультрабола. Офигеть. Смотрите, как они... Охренеть. Смотрите, как они в руке смотрятся. В принципе, как реальные покеболы такие. Ну, как реальные. Все, ребята. Сейчас нам нужно словить Марипа. Но это мы словим, наверное, в следующей серии. Извиняюсь. А сейчас... Да чё ты капут? Извиняюсь, ребята. А сейчас давайте на этом закончим эту серию. Не забываем, что если на этой серии наберется 100 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня. И, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.